Всем привет, с вами Дэн. И скорее всего все из вас ждали новое обновление в Chicken Gun на Хэллоуин. И по какой-то непонятной причине оно просто не вышло. Сегодня уже 1 ноября, а Хэллоуин был 31 октября. И обновления все еще нету. На самом деле можно подумать, что разработчик просто и не собирался его выпускать. Но давайте вспомним те самые видео, где плеер нашел в файлах игры те самые новые предметы. И они относились как раз таки к Хэллоуину. А это и доказывает, что обновление должно было выйти со 100% вероятностью. Да, все еще может быть правдивая теория того, что оно выйдет, но чуть позже. Но ведь это будет уже нелогично. Хэллоуин уже прошел, а обновления нету, и выпускать его спустя неделю или даже две будет, как по мне, немного глупо. А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии, будет интересно почитать ваши теории. Еще хочу перед вами извиниться, ведь в своем ролике, где я показывал, что будет в обновлении, я сказал, что оно 100% выйдет, и оно не вышло. Доказательств было очень много, и нельзя было в это не поверить. Также возможно, что разработчик просто не успевает его сделать. Вчера я его проверял каждую секунду, я думал, что вот сейчас я зайду и увижу эту кнопку обновить. И каждый раз меня ждало разочарование. Я очень надеюсь, что обновление все-таки выйдет, да даже хотя бы через пару дней, а может даже и сегодня. В общем, со всех своих аккаунтов проверяйте обновление, возможно оно скоро выйдет. Я сам ничего не знаю, у меня нет связи с разработчиком. Да, раньше с некоторыми участниками Катим я был бета-тестером и общался с разработчиком. И в какой-то момент он просто перестал нам отвечать. Прошло уже примерно полгода, и мы до сих пор не знаем, какая была причина. В этом ролике я хотел больше извиниться за то, что я вам, так сказать, соврал. Но на самом деле я сам не знал ничего об этом. И даже сам верил в то, что оно выйдет. И получается, сам себе наврал. Ставьте лайк, если вы все равно ждете это обновление. А также подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ведь на моем канале выходит очень много интересных роликов. И если вы их еще не видели, тогда переходите на канал и смотрите. Ну а с вами был я, Дэн19К, всем спасибо, всем пока!